Приветствую, дорогие жители Красной Поляны, а также гости нашего поселка. Сегодня вечером, буквально 10 минут назад, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус двигался по улице Защитников Кавказа в направлении выезда в центр, в направлении Адлера. И два человека на скутере выскочили улицы, сейчас я не могу сказать, как она называется, извиняюсь, и прямо на пересечение маршрута движения водителя попали под колеса. Один человек пострадал, он не подавал признаков жизни. Что с ним произошло, я сказать не могу, вроде как дышал. Он остался лежать на асфальте. Второй человек, видимо, пассажир, который ехал вместе с ним на скутере, он убежал, скрылся. Там не было, не было момента, не было. Вот камеры есть, видеонаблюдение, еще найдешь. Ой, как хорошо. На данный момент сам скутер находится под колесами автобуса. Водителя этого скутера увезли на скорой минут 5 назад. Второй человек, повторюсь, скрылся. Больше подробностей никаких сказать не могу. Это произошло рядом с остановкой Вертодром, буквально в 50 метрах. И на данный момент здесь скопилась небольшая пробка. Вот сейчас вы можете наблюдать, вышли все люди из автобуса, которые ехали на Сочи. Это, скорее всего, автобус с сотрудниками одного из курортов, не туристы. Вот сегодняшний вечер преподнес неприятности. Это на улице Защитников Кавказа, на остановке Вертодром. Под колеса, еще раз напомню, попал скутер, где были два пассажира. Один пассажир скрылся, видимо, в состоянии шока. Второй человек получил очень несерьезные травмы. Признаков жизни он не подавал. И на данный момент его увезли минут 5 назад на скорой. На данный момент сотрудников полиции либо ГИБДД здесь нет. Давай. Проезжай. Хочу еще раз повторить, что в данном ДТП виноват именно водитель скутера, потому что он выехал на главную дорогу и на перерез хотел, видимо, успеть, но не успел и попал под движение автобуса, где вот сейчас вот сам скутер находится вот под колесами этого автобуса. Давай. Было два человека, один убежал, второй человек госпитализирован. Ну если что, позвони. Ладно, давай, ребят, звонишь. У меня не было самой съемки. Нет, ты давно снимаешь уже? Ну, минут 5. Нет, просто снимал там. Сначала дай ему свои координаты на всякий случай. Дай координаты, он снимал. Я снимал вот что, вот этот мопед там снимал. Ну, все равно, где что находится, еще, пожалуйста. Кто где находится, у тебя все равно. Да, все живы.
короче, разбирайтесь, скажите. Все, заканчиваем или что, поехали?